Здравствуйте, дамы и господа. Это игра Last of Us 2. История Эбби. Продолжаем. Итак, мы, значит, должны добраться до небесных троп серафитов. Или серафимов, как их там зовут. В общем, для шрамов там специальные дороги были построены. И вот до них нужно добраться. Смотри, сколько великов. Сейчас бы на велик сел и поехал бы куда-нибудь в другое место. В Ghost of Tsushima, например, играть. Это что такое? Но ты же знаешь, что я не смогу. Там есть обход, если не хочешь. Нет, не хочу. Хереть. Придумал, конечно, пацан, девчонка этот. Все лицо в припасах. Мой двоюродный брат боялся забыть. Вот прям полегчало. Вот. Все. Мы добрались до троп. В тумане, на небоскребах. Есть специальные тропы, построенные. Иди за мной. Шрамами. Нам еще много подниматься. Ничего, ты справишься. Далеко еще, да? Да. Выпендрежник. Это несложно. Ага. Оп, записулька какая-то. Ну, давай почитаем, чего бы нет. Передай всем, чтобы наши старейшины заключили перемирие с псами. Отныне они будут обходить стороной наш остров и не станут нападать на серафитов, зашедших на их внешние территории. Поддержание этого мира требует усилий от каждого из нас. Наши цели остаются прежними, мы просто будем достигать их другими средствами. Для кого эти записки были написаны? Почему их не передали по адресу? Иди сюда. Почему мы этого не видели? Псы не смотрят вверх. Что это значит? Неважно, сколько у вас людей и пушек, мы все равно сумеем вас превзойти. Может, хватит? Офигеть, смотри. Они ведь пытаются вас убить. Лили, значит, его зовут. Зря ты вернулась, Лили. Видишь их где-нибудь? Угу, вижу. Да какие вы же, блядь, меткие-то, сука! Зашибумба, да, похилился? Ну убей ты его! Ты чё на него смотришь? Убей давай! Стоямбус! Тебя найду! Тебя! Все хорошо? Ой, господи. Два главных героя женщины. Одна из них
нетрадиционной сексуальной ориентации, другая из них перекачанный качок. Они встречают на своем пути сильных независимых женщин и... Да, я помогу. Я справлюсь. Трансгендеры. Слышала, как они меня называли? Ага. Не будешь спрашивать, почему? А ты хочешь, чтобы я спросила? Нет. Славно. В какой момент про это стали снимать игры? Снимать, блин, делать игры. В какой момент это стало нормой? Почему нет обычной классической истории? К чему это все? Зачем? Это же гребаные условности. Ничего бы не поменялось, будь бы они не то что нормальными, а традиционные. Вот так это назвать можно, чтобы не оскорбить там ничьи чувства. Ничего бы не поменялось. И не поменялось бы ничего, если бы вместо Эбби мы сейчас играли за Элли, и она бы проходила ту же самую историю. Создали шрамы? Серафиты. Да, я так и хотела сказать. Вот это мощно. Что значит мощно? Типа, потрясающе. Здорово. Защити их. Интересно, понимала ли ваша пророчица, что заварила? Она спасла десятки людей. Необъяснимым образом. Она взрывала грузовики и убивала солдат. Вполне объяснимым. Ты читала ее писание? Видела кое-что. Многое поняла бы. Ну да. Покопим, наверное. Захваченным заложником. Давай вот это прокачаем, хер с ним. Устойчивость, точность повысить. Это верстак. Вот теперь точно прокачать нечего. Оптику на арбалет хочу. Лезем. Теперь я первая. Ну правда, сколько еще подниматься? Я же так и не сказал. Соболезную вашей утрате. Это... честь. Теперь он с пророчицей. Это моста и псина! Ты чё не помог, пацан? Пацан Лилит. А? Пацан Лилит, блин. Да сзади, блядь. Тихо. О, давай, 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 да, беги ты. Ай, блядь. Это самый тупорылый помощник в играх, который только может быть. Вот тупее его я еще никого не встречал.
грёбаный Атрей, который на протяжении всей игры заколебет тебя до смерти. От него и то было пользы раз в 10 больше. Это какой-то сюр. Тихо, вы никого не видели. Окей, куда дальше идем? Тихо, пацан, девчонка. Жестко слушай. Нам еще назад как-то возвращаться, не? Серафитов или как их? Ага, жопу. Не слышала, чтобы серафиты ругались. Это был мой первый раз. Пригодится. Эй, потяни дверь вниз. Сейчас будет классическая сцена в лифте. И на нас будут тонны врагов сыпаться, и мне нужно будет всех убить одного за другим. Дать тебе совет. Боже мой. Просто подумай о хороших сторонах. Хороших сторонах? Да, ведь ты бежишь быстрее. Ты сосредоточена. Твою мать. Меньше чувствуешь боль. Охренеть. Все ощущения. Тебя потеют ладони, стучит сердце. Это все признаки твоей внутренней силы. Когда тебе страшно, постарайся подумать о том, как твое тело готовится к тому, что будет. Только в слабости я проявлю свою истинную силу. Ну-ка, если повторно выйти. Да, смотри, сразу очкует.
Хотя она больше мерзнет, скорее всего, то, что ветром продувает. А потом уже очкует. Это фраза пророчицы? Да. Я думала, электричество и все такое из грешного старого мира не для вас. Есть исключения. Особенно для бойцов. Как удобно. Чуть записельку не пропустил. Передай всем, что мир остался в прошлом. Они устроили засаду на нашу группу. Настало время показать свою силу. Собери отряд самых сильных бойцов и отправься на их территорию. Убей всех псов, которых встретишь. Неважно, взрослых или детей. Таким будет наш ответ. Так ты любишь пророчицу, хотя ее последователи хотят тебя убить во имя нее? Она всего этого не желала. В ее писаниях нет насилия. Что ж ты им не рассказал? До ее смерти мы не вешали людей и не забивали камнями. Они берут ее слова и извращают их. Влад? По-моему, сюда могу залезть. А, нет, тут защита от дурочка. Ну че, терминатор? Бежим дальше. Ничего нету. Бичевник какой-то. Здесь ветрено. Это что за хрень? Это мост. Лев. Иди за мной. Блин. Медленно. Я не знаю, смогу ли я. Все не так страшно, как кажется. Охренеть. И люди тут постоянно ходят? Да. Не ври мне. Не вру. Ну, то есть, не так, чтобы очень часто. Господи. Главное, вниз не смотри. Ага. Охренеть. Сердечко ёкнуло? У меня немножко, да. Как ощущение? Жду прилива истинной силы. Мощно. Мощно. Что? Ничего. Упасть нельзя, как я понимаю. Давай попробуем. Эбби! Эбби! Сейчас запнется опять. Вот, да ну, я не знаю, я бы не полез на такую херню. Хотя, кто его знает, если бы от этого зависела моя жизнь дальнейшая. Они просто по приколу его заставили лезть. То неизвестно, что в критической что ситуации на что-то способен Оуэном? Вообще. Боже мой, Лев, не сейчас. Выглядело очень странно. Иди уже. Жестко, слушай. Я смогла! Пошли! Можно мне минутку погордиться собой? Пока нет. Тропинки всякие, почему? Смотри. Почему? Увидишь. Потому что сейчас будет еще опасней. Ты сдурел, Лев! Все будет хорошо, смотри на меня. Охренеть. Неужели тебе не страшно? Только не цитируй пророчество. Высоты я не боюсь. А чего? Океана. Собак. Твою же мать. Воу. Охренеть.
Небесный путь. Еще и сюда лезть нужно? Господи. Осталось чуть-чуть. Нет. Черт. Смотри, отсюда видна больница. Вот срань, вот срань. Смотри на меня. Лев, я не смогу. Я не смогу. Сможешь. Нет. Все получится, давай. Истинная сила. Истинная сила. Охренеть. Истинная сила. Почти добралась. Ох, не завидую я тем, кто боится высоты. Мне кажется, можно очкануть даже от просмотра этой серии. Тихо. Срань. Почти дошли. Еще чуть-чуть. Давай. Мне плохо. Эми! Держись! Помоги мне! Подожди минутку. Ладно. Ага. Так. Ладно. Куда теперь? Не знаю. А, в смысле? Это то самое здание, но в этой его части я никогда не был. Мост ведет в дальнюю часть здания. Тут я впервые. Что ж, ладно. Давай поищем, как спуститься. Очень сильно тебе повезло, что вдруг тут ниоткуда не возьмись появился бассейн. Именно в том месте, где ты собиралась упасть. И только, считай, нам повезло. Может, дело не в удаче? А может, в ней. Некоторые псы верят в Бога. Они молились. А я не верю. Если уж умирать, то ради себя. Тогда что ты здесь делаешь? Зачем ты вернулась за нами? Это долг. А кому? Ты нам ничего не должна. Просто... иначе бы совесть замучила. Обратно идем. Сейчас она будет банки качать, да? 1, 2, 1, 8, 7, 9. Прям как от сейфа код. Дай-ка вот это вот заскриню сейчас. Куда-нибудь запишу в телефон. Потому что я чувствую, пригодится. Код такой же, как от сейфа. Все. Что, даже не будет качаться?
Кек. Кот подошел. Шутка какая-то была сейчас, да? Здесь можно спуститься. Мы можем выйти прямиком к зданию больницы. О, пожалеть. Защита от дурака, окно не разбить. Какое же уныние наводят эти пустые ящики. Просим вас не оставлять ценные вещи без присмотра. Ну вот код тот же, что и Wi-Fi пишет. Совсем для дебиков уже. Чтоб ты точно нашел. На улице там идут строительные работы, ремонт соседнего дома, там чинят крышу, и вы можете слышать звуки ударов молотка. Это вот предупреждаю, чтобы не думали, что это у вас там что-то или еще где-то что-то такое происходит. Так вот, о чем я хотел рассказать, а я забыл. Wi-Fi, пароль. Да, вспомнил. В комментариях кто-то писал, что на режиме новая игра плюс, там появляется улучшенный режим выживания, у тебя пропадает интерфейс, враги становятся сильнее, действуют как реальные люди, типа становятся они умнее, что-то такое. Если я найду этот комментарий, прикреплю, это в одной из первых серий было про эту игру. И что никаких подсказок нет для кодов, тебе нужно искать. То есть никакие записки ты читать не можешь, тебе нужно смотреть на стенах, еще там где-то. Короче, как-то таким вот образом пытаться понять этот код. Не знаю, насколько это правда. Просто труп. Броник бы взяла? Нет. Видишь, как он одет? На. А то там темно. А вот как это работает? Сейф, Виктор и Ирина мертвы. Им приказали провести зачистку. Эвери и Мали пропали без вести, а меня укусили. Гнездо оказалось больше, чем мы ожидали. Я пытался его взорвать, мне подсунули дефектные детонаторы. Похоже, я пал жертвой некомпетентности Федра. Броник бы взяла себе. Лев, в здании есть зараженные? Мы всегда спускаемся на лифте, так что не знаю. Нет места. Это что, какая-то шутка? Нет, блин, места. Идем в масках. У меня нету. Так вы что, не верите в маски? Было не до нее. Может, там они есть. Жди здесь. Назад. Еще дальше. Если ты умрешь, мне конец. Тогда помолись за меня. Это опасно. Так, маска. Маска. Мне не нравится. Слишком много оружия мне раздают.
А не нравится это мне, потому что сейчас будет какой-то замес. Так, пацан стоит. А, как же тут все расхреначило. Черт. Вот там и сиди, ладно? Нет, ничего. Давай, что-то сделаем. Дают кирпич. Что я вытворяю? О, маск. Наконец-то. Маску-то зачем было портить? Козёл. Я попробую все-таки. Вот не кстати. Маска по-любому там, в той комнате. Таблеточки. Пожрать нечего. Будет под телеком маск. Да. Вроде цела. Ладно, пойдем к леву. К леву? К льву, может быть? Блять. О, черт. Я побежал.
Это тебе. Дай. Мы слишком долго. Быстрее нельзя. Твоей сестре не будет лучше, если мы оба умрем. Вот так. Мы сможем. Зачем нам опять туда идти? Ты нашла дорогу? Нет. Эбби, может туда? Пойдем. Это Брандспойт? Лев, иди скинь его вниз. Сейчас. Я спускаюсь. Осторожней. Давай. Все получится. А выше-то нельзя подняться? Записюлька очередная, родная. Итак, Эйвери, в отель Black Rail обнаружена большая группа зараженных. Скорее всего, они сбежали из больницы. Ваша задача — разрушить несущие конструкции здания направленными взрывами. Для этой цели вам выделены взрывчатки и детонаторы. Удачи. Есть подозрение, что так ты не спасешься от зараженных, разрушив здание. Они все равно будут живы. Их довольно-таки сложно убить. Боже. Блять. Первый раз такое. Это существо вросло в стену. Не навсегда, как видишь. Ненавижу демонов. Понимаю тебя. Сколько еще этажей осталось? Не знаю. Здание большое. Да. Две заточки, блин, потратил. Лев. Сюда! Эбби, сюда! Эх.
Фух. Блять. Обратно. Ух ты! Огнемет! Блин, у меня не так много патронов-то. Хорошо, крафтимся. Что я могу делать? Могу аптечки делать, могу бомбы. Давай зажигательный замутим для начала, а там посмотрим. 64 у меня. Дальность обнаружения противников прокачиваем. Тоже. Только оно заканчивается. Идем Так, там шаркун снизу. Кофейка можешь бахнуть? Ну, я так понимаю, нам по-любому туда надо идти. Прокачать пока не могу. Как это бесит. Заколебут. Это здание меня бесит.
Мы почти выбрались. Осталось чуть-чуть. Изготовление более прочного холодного оружия. Во. Орегон. Туда как-то можно пройти. Окей, куда идти тогда? Нет. Для огнемета бы патронов. Ну что, прогресс. Лев, ты как, в порядке? Да. А ты? Если честно, не особо. Офигеть. Просто река протекает среди небоскребов. Пока никого не слышно. Ну давай возьмем на всякий случай огнемет. Погнали. Так, серьезная задачка. Дойти нужно до двери. Ты
Жать. Идем обратно. Это труп. Корневик сраный. И валим. Тихоньку. Вот и все. Даже не знаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То же самое. Могу прокачать его? Нет. Не хватает, не хватает, не хватает. Монетка. Четвертак. Это четверть чего-то? Что? Это 25 центов называется. Окей, это выход. Триггерим сюжет. Можешь снять маску. Спасибо. Да за что? Больница. Так вот она. Мы дошли. Справились. Лаунж-зона такая здесь прикольная. Видишь, вон там лифт. Да. На нем бы мы и спустились. Мимо зараженных. Пс, круто, Лев. Ты только не рассказывай им, что с нами было. А то Яра будет переживать. Ты хороший брат. Можно тебя спросить? Можно. Ты не жалеешь, что побрил голову? У нас не должно быть сожалений. Лев. Лучше Панда. Бы я просто убежал. Тогда Яра не пострадала бы из-за меня. А
Она осталась бы дома, заботилась о маме. А ваша мама нуждается в заботе? Она наша мать. Это наш долг. Еще одна зона осталась. Ну все, уходим. А пойдем мы, наверное, уже в следующей серии. Всем большое спасибо, что смотрели. С вами был Рирс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Не забывайте рассказать про это видео своим друзьям. Ну и, конечно же, рассмотрите возможность стать спонсором этого канала. Всем счастливо. Всем до новых встреч. Стоило бы.